Армысыздар, ала допқа аңсар ауған ардақты ағайын, қадірменді көрермендер, Қазспорт арнасы назарларыңызға әдеттегідей Олимпиад футболдан Қазақстан біріншілігін көрсетілімі жалғастырады. Ұлттық құрамаларға берілген үзіліс аяқталды білесіздер. Ұлттар лигасындағы ойындар өз мәресіне жетті. Төрт тур енді келесі турлар қараша айында өтетін болады. Енді соған орай клубтар арасындағы бәсекелер жалғасады. Біз Алматыдағы Жас Қыран стадионнан тікелей репортаж ұсынып отырмыз. Ел біріншілігінің 13-ші туры Оқжетпес және Қызылжар командалары арасындағы матч. Андрюшкевичус еще дальше, а вот здесь может быть опасно. Григалашвили, он уже в штрафной. Хорошая скидка, удар и еще один удар. Через себя пробивал в надежде попасть в створ Тимур Мульдинов. Давайте еще раз посмотрим. Вот здесь хорошая передача и совсем один находился Мульдинов. Нет, здесь Дмитрий Шмидт накрыл траекторию этого мяча. Ну и Григалашвили, как же здорово, он ушел и отдал в одного Тимура Мульдинова. И, безусловно, именно он является виновником в данном случае. Виноват всегда пасуешь, как принято говорить. Ай-яй-яй, что, гол! Гол, какая ошибка в исполнении Ярослава Богинского. И Григалашвили так и добивается своего. Буквально из ничего создается этот момент. Ну и действительно, подарок от Ярослава Богинского. Қызылжар выходит вперед. Лобанцев соң сәтте ғана топты алаңнан шығарып жіберген. Бұрыштама Санат Жұмаханов әдеттегідей айбалан қасырылған бас. Мамаду Сисе қорғанысты тамаша ойнауда. Дарко Зорич айбаланға кірді және пенальти! Оқжетпес командасына, командасының пайдасына, бұл жерде Дарко Зоричқа қаршы қазір Мамаду Сисе ойын ережесін бұзған екен. На точке Ислам Нур, удар и едва не парирует этот выпад Мирослав Лобанцев, но гол защиты. Артем Дмитриев тепкинет. А, Артем Дмитриев, да-да-да, Дмитриев оказался у точки. Почему-то подумал, что центральный нападающий, но нет. Дмитриев, как штатный пенальтист, исполнил этот удар. 1-1 вот так быстро во втором тайме Оқжетпес возвращается в игру. И теперь нас ждет самое интересное. Оңға қарай шығарды. Бұл жерде Гаврилович пен Азат Ерсалимов ойнауда. Қазір 19-ші номердегі қорғаушы шабуылға қосылған. Айбалан қасырлан әдемі пас, соққы! Және есеп 2-1 қадірменді көрермендер. Не болды бұл жерде? Ойыннан тыс қалды ма? Засчитывает гол. Нет, засчитывает гол и отправляется праздновать Дарко Зорич. Денис Измайлов на некоторое время задумался. Но я думаю, нам на повторе сейчас этот эпизод рассмотреть будет гораздо удобнее, чем судьям, которые сейчас обсуждают, что же все-таки было. Но, похоже, гол Дарко Зорича засчитан. Все футболисты сигнализировали о том, что мяч пересек линию вратарской. И гол должен быть засчитан. Бұл жерде Зарко Дорич итерді деп тұрма, доп шыққан жоқ айбалаңнан. Ол анық қазір бейне қайталаудан тамашалайтын боламыз. Нет, игра же продолжилась, поэтому не свистел. Не свистел Денис Измайлов. Вот с центра поля будут разыгрывать футболисты Қызылжара. Давайте еще раз посмотрим. Ерсалимов отправляет еще передачу штрафную. Здесь здорово принимает Зорич. И вот он, удар с лета. Ну и что в итоге? Да, изнутри мяч коснулся сетки и, кажется, не пересек-то линию. Но есть ощущение, что он внутреннюю стойку зацепил. Давайте еще раз посмотрим, может быть, с этого повтора. Ну и, конечно, стоит отметить, как же здорово сыграл Зорич в этом эпизоде. На линии вратарской находился и Алибек Касым, который выбил. Не пересек, да, вроде бы?